Всем привет! Сегодня приготовим очередную версию фаршированных перцев. И по факту это будет даже не просто фаршированный перец, а назовем это пицца в перце. Для начала нам нужно разогреть духовку на 160 градусов и обжарить половинки перца 20 минут. И пока они будут в духовке, мы подготовим начинку. Для этого мы обжариваем колбаски в небольшом количестве масла до золотистого цвета. Затем колбаски мы вынимаем и в этой же сковороде, ничего не добавляя, никакого масла, обжариваем грибы с луком и чесноком до золотистого цвета. Обжаренные колбаски нам нужно немножко измельчить, кусочки выбирайте сами, как вам будет удобнее их есть. Затем в грибной смеси мы добавляем соус для пиццы, либо какой-то либо домашний, и орегано. Доводим все до кипения и добавляем половину колбасок. Колбаски можно использовать как пепперони, довольно-таки известные колбаски для пиццы, так и любую другую сыровяленую колбасу. Если вы любите маслины или оливки, вы на этом этапе их также можете добавить. И в конце к соусу мы добавляем уже ломтики колбасок, как вы там их порубили, порезали, поломали, неважно, и обжариваем всю вот эту начинку еще буквально 2-3 минутки. Затем остается только нафаршировать перцы этой начинкой, посыпать сверху сыром и добавить оставшиеся колбаски пепперони сверху. Если у вас маленькие колбаски, то по несколько кружочков, если такая же большая, как у меня, то один кружочек. И убираем все под гриль. Нам нужно, чтобы просто расплавился сыр и колбаса немножко поджарилась. Блюдо получается очень сытным, но при этом более полезным, скажем так, чем обычная пицца, потому что у нас все-таки в основе идет перец, а не тесто. И желательно найти большой перец. У меня перец был практически вот с ладошку, может быть, даже больше, потому что так удобнее будет его нафаршировать. И также по выбору вы можете либо разрезать вдоль, как у нас в видео, либо отрезать крышечку и сделать такой вот как бочонок из перца. Это по желанию.